Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World The Game, у нас с вами продолжается Дрожь Земли на Пахиринозавра, я в ней участвую, то есть пока что на 45-м месте, 746 очков, но я думаю, что все будет нормально, я все-таки заберусь в Лигу Доминаторов, но, естественно, мы это с вами узнаем, скорее всего, в следующем выпуске, потому что она еще будет длиться целый час, а прямо сейчас у нас с вами есть две золотые награды здесь, есть випочка здесь, и самое главное, у нас с вами есть битва титанов, а здесь осталось всего два бейджика набрать, то есть здесь у нас морская и должна быть совсем простенькой, да? Да, именно так и есть. Но я предлагаю в первую очередь, я как всегда быстренько соберу все монетки. Естественно, добавлю те картинки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте. Условия старые. Если вы хотите, чтобы ваша картинка попала, то ссылочка на группу в описании под видео. Там первым постом закреплено, что нужно сделать для того, чтобы она была опубликована. Правила у нас с вами тоже не изменились. Пожалуйста, не присылайте картинки просто так сворованные с интернета. Принимается только то, что было нарисовано вами. Максимум, что принимается, это срисованные картинки, что-то слепленное, сделанное своими руками. Если вы будете присылать картинки, сворованные с интернета, мы вас просто заблокируем в группе. А прямо сейчас я, кстати, да, совершенно забыл. Можно забрать вот здесь награду. Кстати, можно было бы еще что-то заказать, мне кажется. А может быть, это сегодняшнее, я, честно говоря, уже запутался, когда я снимал. Давайте забирать. Не знаю, возможно, это тупик Суара, но как минимум это может быть еда. Так, хорошо, здесь еще 500 тысяч и... еда, 1 250 000. На самом деле это хорошо, потому что у нас с вами там птеродактиль не раскачанный. Здесь ДНК. 150. Еще 120 и... 500, есть, отлично, получили главный приз. Давайте заказывать Zelmax S, но типа, придет так придет. Естественно, заказываем. У нас сейчас 7800 очков доверия, может быть, даже сегодня наберем с вами на чистое золото. А, тут вон как Zelmax S, Митрикантозавр, еда, хорошо. И, естественно, давайте прокачаем нашего птеродактиля. Где-то он вот тут стоит, вот он у нас тут. Правда, это довольно-таки дорого, чтобы его дальше прокачивать. Вот зараза, а? Это прям очень много еды требует. То есть всего 34 уровень. Ладно, будем раскачивать по мере возможности. Так, а я хотел бы сейчас здесь все забрать. Пожалуйста, обновляйся. И давайте посмотрим, что у нас с вами супер ДНК. То есть у нас до ДНК немножечко ДНК. Я понимаю, тавтология и Лига Охотников. Дальше соберите предметы создания, понятно. А разве только за охотников? Теперь за охотников и доминаторов дают ДНК. А может быть, раньше так давали? А мне кажется, было больше. Но да ладно, бог с ними. Я на самом деле хотел еще раз заглянуть сейчас в новости. У нас какой-то наборчик прикольный, хорошо. Это мы с вами сделали. Дальше еще набор нам не нужны, наборы. Вот, вот это. Сейчас дивизионы недоступны. Мы ввели систему дивизионов, да начнется бойня. Так, соответственно, тяжелый вес, дивизион 3, секундочку вернись. Легкий вес и средний вес. Хм, ну то есть это получается уровни, уровни игроков, соответственно, нам будут попадаться только те игроки, которые нашего уровня. И, ну, правда, пока что это не включено. Соответственно, я так понимаю, когда мы с вами будем сражаться либо в PvP, либо еще где-то, мы будем попадать только на таких же, как и мы. Ну, понятно, наверное, так. Ну, когда они ведут это до конца, тогда станет понятно. Но там мне еще очень понравился вот этот набор, который как раз рекламировали. Смотрите. Здесь шанс 1% на вот таких, сигназух. Здесь очень мощные, классные как раз гибриды. Дальше у нас с вами здесь полный список VIP-легендарок, полный список бриллиантовых легендарок. И везде шанс 1%. Дальше вот такие гибриды. И здесь обычные легендарки. То есть, понимаете, здесь нету ни одного динозавра, на который у тебя будет шанс там 10%, 7-8%. На всех 1%, то есть абсолютно равный шанс того, что ты получишь либо легендарку, либо что-то классное. Я, естественно, хочу попытаться, давайте рискнем, глядишь, может быть, что-то классное придет, немножко еще усилим наш парк. Потому что вот таких наборов я, честно говоря, еще не видел. Ну, блин, только бы необычная легендарка, а, вот, потому что это будет мега обидно. Давайте открывать. Это бриллиантовая, хорошо, ну хотя бы что-то, ладно, 500 баксов, 5000 ДНК. Дарвин Аптер. Ну то есть там на самом деле шанс был абсолютно одинаковый на всех. Нам, можно сказать, не повезло. Хотя с другой стороны, возможно, где-нибудь в будущем Дарвин Аптер будет использоваться в каком-нибудь, не знаю, гибриде. И как раз нам с вами пригодится. Прямо сейчас отправляемся в схваточки. Естественно, наверное, сразу пройду все первые битвы вот здесь вот. Потому что, сами видите, они довольно-таки простые, ничего интересного. И увидимся с вами, как всегда, в последней. Последняя битвочка, но здесь все на самом деле просто, все из-за того, что идет дрожь земли, это естественно, только мы с вами немножко по-другому сделаем, вот так и вот так вот. Я думаю, что сейчас легко пройдем. Как всегда, берем бонус, он естественно меняет, ну, тут типа даже на самом деле мы подставлять ничего не будем, давайте 3 удара пробьем на всякий пожар. Это был бонус. То есть плезиозавр улетает, дальше плезиозавр, у которого 485 урон, ну и собственно говоря все, это выигранная схваточка, то есть мы можем в 2 удара пробить, а скорее всего у него там один блок. Да, все верно. Плезиозавр туда же, геликоприон. Сейчас у него, естественно, 5 ходов. Ну, да, он не забьет генодоса, но, в принципе, это ерунда.
А, блин, жесть. 2 единицы здоровья, ты представляешь? Ну ладно, бог с ним, давайте добивать и пойдемте забирать нашу награду. Итак, золотые награды. Есть. 2 раза ДНК, шикарная еда, ДНК, Птернадон. Кстати, я сейчас только что понял, что я забыл заглянуть в гавань и посмотреть, есть ли там что-то годное. Может быть, сейчас там еще еды подцепим. То есть, это мы с вами прошли. Дальше у меня пройдено здесь 2 схваточки первые, потому что там не так интересно было. Я объясню, почему чуть попозднее. Сначала давайте все-таки заглянем в гавань. Я бы хотел все-таки... неплохо, 500 ДНК. Я бы хотел выцепить отсюда как можно больше еды. Можно получить берсерк, возьмем. Так, еда. Секунду. За спинозавра 729 тысяч. Да пожалуйста, давайте, конечно же. Еда нам нужна. Тем более, смотри, за очки доверия. Да нет, это ерунда. За пещеру еще 300 тысяч. У нас спинотозох выведен, то есть спинозавр нам больше не нужен. Обновляем. Пожалуйста, подкинь еще еды. Побольше еды, нам нужно больше еды. Нет, нет, не судьба. Но как-то с едой все тухло. 294 очка за 3 миллиона. Ну, это невыгодно. За башню 578. У нас 35 тысяч, потихонечку набираем 1,5 миллиона, ей! Вот это круто. Вот сейчас было бы обидно, если бы у меня башни закончились, я бы не мог это взять. И да, теперь здесь всего 2 возможности обменять. Они это порезали, тем более за 1 325 000. Да ну, камон, разработчики, ну... Ну зачем? Вот сволочь, а. Видимо, мало донатить стали, я понимаю. Давайте заберем сейчас отсюда. Нам остается пройти, подожди. Используйте в сражениях 3 разных класса кайнозойский. Кайнозойский, мы с вами получим ежедневочку, из которой можно получить еще ДНК и баксы. То есть, по большому счету, это можно зайти, например, в ПВП. Ну, я сейчас быстренько давайте это пройду. Как видите, у него мегастакурусы, 540 урона, то есть, у Материума, какой урон шикарный, да? У кого первый ход? И первый ход у него. Я просто думаю, если сейчас это он бонус возьмет, что часто бывает, то мы его спокойно с вами пробьем. Давайте попытаемся нанести 2 удара. Это все-таки был блок. Плевать, не страшно. У него 2 хода, договорились. Что будет делать? Менять? Нет? 2 блока ставить. Возможно, что это 2 блока. Я возьму 2 бонуса. Это блок-бонус. Я не верю, что это игрок. Крайне маловероятно. Я уже в последнее время вот действительно не верю, что это игроки здесь. Даже если он меня пробивает, не страшно. Дальше титанобо. 4 удара. Он все полностью потратил. Это, как я сказал, абсолютно не страшно. Так, нам с вами нужно просто нанести 2 ударчика. У нас с вами, как видите, огромное количество ходов. 2 удара. Поставим с вами 2 блока и бонус. Окей. Естественно, мегастакурус улетает. Дальше у нас приходит спинораптор, у которого 1000 урона. 4 хода. Ты меня не забиваешь 2 удара, просто никак. Ну, то есть, если он 4 удара нанесет, 2 удара меня не пробивает. Это 4 удара, замечательно. В этом-то вся соль. Поменяем с вами на нашего сильного телокосмила. Пробьем его спокойно в 2 удара. Давай, 1, 2. Да, мы его пробьем. Тем более он не может... Ну, это ерунда, путай. Нам не нужны были 2 бонуса. Спинораптор сейчас улетает. Соответственно, мегастакурусу нужно... А, зараза, 1 удар. Но, так как я говорил, что это... Нет. 2 удара все-таки нужно. Так как я говорил, что это не может быть игроком, он нанесет 4. Да, это компьютер. Но и мы спокойно титанобой его пробьем. Раньше я как-то верил в это, что здесь приходят, ну, игроки действительно вот в подборе. Ну, в последнее время что-то я этому не доверяю. Ну, может быть, но вот так вот игрок не стал бы играть никогда. Это уж чересчур стандартная игра. Но, может быть, я не прав, может быть, действительно это игрок. Нам отсюда не везет, приходит всего 30 баксов. Хотелось бы, конечно, ДНК получить, но я не ради этого зашел. Я зашел, чтобы выполнить вот это задание и забрать ежедневочку. Давайте, а, секундочку, просто открыть. Да пожалуйста, камон, открывайся. Ты сейчас шутишь. Всего 500 ДНК, это очень обидно, ну и 260 очков доверия. Мы с вами переходим сейчас обратно в схваточки, потому что у нас с вами вот здесь вот. Вот здесь вот я все прошел, но сейчас самое сложное, потому что мне нужно забороть вот этих 3 птерозавров. Сами видите, насколько они мощные. То есть это будут по-любому метрофодоны. И птеродактиль у нас довольно-таки мощный в плане урона, но вот здоровье у него, сами понимаете, не очень. То есть у нас есть 4 миллиона еды. Так вот, могу ли я тебя еще немножко подкачать? Буквально 1, 2. 2 уровня, да? 36-й. Того 3000 здоровья. Ну-ка, еда. Сколько там?
Не хватает нам еды с вами, прям жестко не хватает. Ну и здесь, естественно, сейчас больше ничего нету. Давайте рискнем, попытаемся именно таким составом. Так, возвращаемся с вами в события, птерозавры. Разблокируем двух метрофодонов и птеродактиля. Угу. У тебя 2700. Вот это самая жесть, то, что у него 2700 урон. Ладно, птеродактиль, метрофодон. По модификациям это будет... токсин, устрашение, берсерк. Все, что у меня есть. Потом, если что, возьмем что-то получше. Спасибо на том, что хотя бы у него там нету второго шанса или что-то типа того. Урон 2400. Немножко прибавляет. Окей, битва. Ну, нам с вами нужно брать бонус. Зря, на самом деле, токсин ему поставил. 905. Нужно было токсин метрифодона, наверное, ставить. Ну да ладно. Естественно, в два удара он меня пробьет. Но будет ли он их наносить? Потому что если будет, нам хана. Это не два удара. Значит, нам не хана. Мы с вами берем три бонуса. Сейчас еще раз токсин его пробивает. Это было два блока. Вообще шикарно. Даже не бонусы. Ха-ха. Слушай, круто пошло. Я думал, это будет самая-самая сложная схватка. Да, смотри, у него три хода. Он меня не бьет. Это сейчас вообще мега забавно, честно говоря. Давай, четыре бонуса, четыре удара. Как интересно получается, да? Диморфодон улетает. Следующий диморфодон сейчас получит опять 900 урона. А, он немножко мне урон сейчас срежет, да? То есть это будет не 900, это будет 700. Окей. 769 здесь, 769 там. Ну что, бей давай. 6 ходов, 6 ударов, да? Ну, наверное, нет, не 6, это 4, скорее всего. Нет, 6. Странно. Прям очень плохо играет, просто ужасно, честно говоря. Окей, сейчас мы его спокойно в два удара забиваем. Сами понимаете, что больше никаких здесь проблем у нас нет. Но мы можем поставить, например, 4 блока, бог с ними, 2 бонуса. И это все благодаря токсину и тому, что он почему-то не стал бить. Ну, это типа нам на руку, но просто зачастую вот в таких ситуациях компьютер бьет. В самом начале пробивает 2 удара и забивает тебя. Ну, то есть у тебя там бонус стоял, нету блока. Он тебя спокойно забивает, и все, и привет. Итак, Кицелькатль. Ну, типа, один удар, это вообще странно. Мы его спокойно забиваем и идем забирать нашу награду. Итак, камон. Надеюсь, что еще ДНК. Нет, монетки, еда. Зухамим, кстати. Еда, то есть можно будет еще подкачать его. Но сейчас не будем тратить, потом как-нибудь. 1300 очков доверия. И последний у нас с вами как раз золотые награды. Я так понимаю, что здесь довольно-таки простое. Как видите, здесь нужно было взять одно травоядное. То есть мы можем с вами взять, например, Зухариптора. Придется восстанавливать, потому что, ну, я все время восстанавливаю, так как я сейчас сражаюсь в дрожжи земли. Так что тут ничего не поделаешь. Естественно, я сегодня уже сражаться не буду, потому что я подожду до завтра, когда все восстановится. И завтра там целый ряд битв проведу просто бесплатно, то есть без восстановления. Но дегазавры нам ничего сделать не могут, так что я предлагаю приходить сразу к следующей схватке или, например, сразу последнюю. Ну тут какие-то непонятные, очень простые схватки идут. Я даже, посмотрите, в последние, я не понимаю, что так вдруг. Церезинозавра можно за 82 бакса восстановить. Ну, честно говоря, даже я его восстановил, но я его использовать не буду, подожди. Давайте возьмем спинатозуха, например. И возьмем, там просто нужно опять одно травоядное взять. Самое-самое простое, вот. Анкилодок, хорошо. А, ваша команда не полная? Да, да, конечно. Потому что все равно ничего с нами сделать не могут. Мы их пробиваем спокойно в один удар. Вся схватка, то есть весь турнир вот такой вот. Так что это пройдено на раз. Ну и, естественно, наборчик. И опять без ДНК. Вот зараза. И шинозавр отсюда приходит. Ну да ладно, бог с ним. Соответственно, прямо сейчас у нас с вами должна была разблокироваться битва титанов. 5 боев. Я, правда, не знаю, какие по сложности. Придется восстанавливать, естественно. В принципе, подожди. У меня где-то... Вот, пожалуйста, церезинозавр. Сюда можно брать абсолютно любых. Ни бонусов нету, ничего. То есть дальше можно взять престозуха и тиранозавра. И на самом деле проходим. Фишка в том, что мы с вами просто берем бонус. Он поменяет на Брионикса. Еще такой хороший шанс, что он просто еще и удар нанесет. Чего творится? Он решил сразу проиграть в самом начале. Ну, то есть, я так думаю, что вот такие схватки сейчас будут просто раз за разом. Может быть, будет усиление, сложно сказать, вот и увидим. Но посмотрим мы это с вами в последней битве, давайте к ней переходить. И мы с вами подобрались к последней битве. И в последней битве, мне кажется, даже послабее, чем в первой. 32-го патозавра, это серьезно прям. Нет, нет, ну реально, давайте Юдона возьмем. Естественно, там поменяет мастодонзавра. Дальше мы с вами возьмем метрифодончика и возьмем что-нибудь типа престозуха. Да нормально будет. Я думаю, что таким образом мы с вами это запросто проходим. Мы можем даже... Ну, нет, я хотел ударить, давайте бонус поставим. Просто берем бонус, смотрим, что будет делать. Меняет. Все, как я и рассчитывал. И ударчик, пожалуйста. Нет, удара нету.
Я предлагаю взять 3 бонуса. Не будем мы с вами ничего делать, тем более это блок. Я не знаю, будет он бить, не будет. 2 удара, он меня не пробивает, ему урона не хватает. Но он наносит удары. Вот это забавно. Вот это реально забавно. Соответственно, мы с вами просто меняем на Митрофадона. В 2 удара спокойно укладем. Давайте 2 удара. Берем с вами 2 блока и бонус. Дальше у него будет сколько? 3 хода. И у Процератозавра было 2000 урона, то есть... Даже если нанесет, ничего не сможет сделать, он наносит 2 удара. Забавно, мы его сейчас тоже спокойно кладем. Нанесем с вами 3 ударчика, 2 бонуса. Но, естественно, там Апатозавр нас спилит. Хотя не факт, может и бить не будет. Сейчас посмотрим. 4 хода. 1 удар. Я же говорю, он, скорее всего, даже бить не будет, потому что рассчитает за 2 блока, понимает, что в 2 удара не пробивает компьютер, делает что-то другое. Мы его спокойно, вот просто Митрофадоном проходим всю схватку, забиваем и идем забирать нашу награду. Фишка в том, что это, если не ошибаюсь, Митрикантозавр, и мы его с вами можем выводить, потому что он уже приходил в битве... Ой, не в битве титанов, а в этом самом, как в Дрожжи Земли. Но, в принципе, сам набор по себе это тоже очень хорошая награда. Сам Митрикантозавр это тоже хорошая награда. 500 баксов, 2500 ДНК, немножко еды. Митрикантозавр, которого мы можем потом вывести, можем продать. И сколько? 2600? 2600 очков доверия. Таким образом, у нас с вами получается 17500. То есть, прямо сейчас можно отправиться и открыть еще одно чистое золото. По-прежнему хочу у Демарфадончика, правда, прокачивать его не смогу. Ну что, монетки. Это птеродактиль. Ну ладно, хорошо. Будем развивать нового птеродактиля. Еще 1300 обратно. Очень забавное число. 8888. И мы можем с вами зайти сюда и забрать наши супер ДНК. Еще 50 ДНК забираем. 250 капразух ДНК. 820 велоцираптор. Я просто постоянно путаю, как понимаете, есть саркозух, есть капразух, и выглядят они примерно одинаково. Но на этом этот выпуск предлагаю завершить. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые, тем более... Ну, интересно, пройду я все-таки Дрожь Земли или нет, или мне опять, как всегда, не хватит времени. На этом пока что все, увидимся в следующем выпуске.